Уже далеко не в первый раз к нам приезжает православная выставка-ярмарка «Кладезь» от Свято-Елисаветинского монастыря города Минска. Традиция, заложенная некогда великой княгиней Елисаветой, в честь которой и назван монастырь, проводить благотворительные выставки-ярмарки, успешно продолжается и развивается в наше время. Шатры выставки-ярмарки расположены в самом центре города, на улице Красной, рядом с ее пересечением с улицей Школьной. Здесь всегда есть люди, которых привлекают изделия ручной работы монастырских мастерских, полезные подарки для друзей и близких, иконы, керамические изделия, натуральные косметические средства. Все это сделано добросовестно и с любовью. Славянцы высоко оценивают работу православных мастеров. Мне она очень нравится тем, что здесь много духовной литературы. Мне нравится тем, что здесь очень много разной парфюмерии на натуральных компонентах. С удовольствием. Каждый год я прихожу сюда и с большим интересом и провожу здесь много времени. Юных славянцев, конечно же, порадует встреча со сказками в кукольном театре «Батлейка». Кроме того, православные мастера будут делиться с ребятами секретами декоративно-прикладной работы. Мы благодарны вам, что вы нас принимаете у себя в городе. Вот мы рады к вам приезжать и привезли вам изделия наших мастерских, мастерских Свято-Елизаветинского монастыря. Мы привезли для детей спектакль нашего театра «Батлейка». Также будет проводиться раз в два дня теневой театр, в котором смогут принять участие все маленькие детки. А также будут проводиться различные мастер-классы. Хотелось бы сказать, что приобретая здесь изделия ручной работы, люди тем самым помогают многодетным семьям, престарелым, одиноким, словом, всем тем, о ком уже много лет заботятся сестры монастыря. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко, программа «События».